Приветствую всех подписчиков и гостей моего канала, с вами Лена Смирнова. Я как всегда продолжаю делиться с вами информацией. Сегодня хочу поделиться с вами проектом Coinbase. Это мультиплатформа по сбору криптомонет. Упс. Здесь полистаете, переведете на русский и посчитаете. Вывод здесь на множество криптовалютных кошельков. Выбирайте на свой вкус, какой вам нравится. Регистрация здесь наипростейшая. Email, username, два раза пароль, ставите галочку, выбираете перевертыш, такая картинка здесь вот, нажимаете регистр. На почту, наверное, придет вам письмо, нужно будет подтвердить адрес электронной почты, вход по имейлу и паролю. Также я выбираю перевертыш, кликаю логин и попадаю на домашнюю страничку. Здесь, как в обычных таких буксах, мы зарабатываем коинты, но эти коинты конвертируются в криптомонеты. У меня 4000... Ой, господи, язык заплетается. 4738 вот этих коинов. Ну, это домашняя страничка. Значит, давайте пойдем по порядку. Значит, это вот дашборд, наша домашняя страничка. В аккаунте там нет ничего. Это, друзья, вкладочка вывода. Значит, смотрите, как выводить. Читайте вот эту всю информацию. Переведете на русский язык и прочтете. И на карте криптовалютный кошелек свой лимит вывода. Кликаем вот здесь вот на стрелочку. Здесь есть Faucet Pay, Payer, Express Crypto, BSC, Coinbase и прямой кошелек. Значит, если мы выбрали Faucet Pay, здесь появляется еще вкладочка. Кликаем, и у нас появляется криптомонета. Выбираете, какая вам нужна криптомонета. Например, Litecoin. И здесь у нас пишут, какая вот у нас минимальная сумма на вывод. Минимум вывод 1000 коинов. У меня вот 4000. Сумма здесь стоит уже по умолчанию. И отображается количество криптомонет. Если вы хотите Ethereum, также 1000, да? И количество криптомонет. Далее. Payer. Минимум, если вы хотите вводить, да? Ага, подождите, вот кликаем сюда, вот забыла, видите? Значит, минимум 5000 коинов. Здесь, опять же таки, отображается сумма в коинах и сколько это будет в USD. Следующее. Нет, сюда. Экспресс крипто. То же самое, выбираете криптомонету. Например, Litecoin. Также 1000 коинов минимальный вывод. И все отображается. Следующий кошелек у нас вот такой вот BSC. Также выбираете криптомонетку, какую вам надо. Например, вот такая, да? И здесь уже минимум. Обращайте внимание, 200 тысяч. Например, другая криптомонетка, ну, Zcash, например. Также 100 тысяч коинов. И вот так выбираете, куда вам. Следующий кошелек. Coinbase. Также кликаете и выбираете. Если в биткоинах 100 тысяч коинов. Если вот в этих криптомонетках, также 100 тысяч. Так. И что у нас? Ну и прямой кошелек. Также выбираете, что вы хотите выводить, да? Ну, например, Litecoin возьмем. 300 тысяч на прямой кошелек. Вот. Так. Далее что? Это вывод. Будьте внимательны, друзья, чтобы не было ошибок. Я проверю вот в режиме онлайн на вывод. Далее что? На чем мы здесь будем зарабатывать? Здесь есть короткие ссылки. Я не люблю их.
Вот есть ПТС, конечно. Вот у меня 20 рекламок, да? Давайте я покажу, как здесь зарабатывать. Давайте возьмем какую-нибудь коротенькую, да? Вот 7 секунд. Кликаем на рекламку и ждем отсчет таймера. Появляется вот такая капча. Опять же таки нужно выбрать перевертыш. Кликаем на перевертыш. Нас перебрасывает. Мы возвращаемся. Вкладочку можно закрыть. И по 20 коинов. Также смотрите, вот здесь у меня уже стало 19 рекламок. На какую сумму у меня коинов здесь? Ну, здесь энергия или как это называется. Отображать. Таким вот образом мы просматриваем как бы рекламку. Далее здесь есть еще майнинг какой-то. Но я здесь ничего не майню. Я это не люблю. Ну, в принципе, это все. И так, аккаунт еще кликну. Это профиль. Здесь вкладочка рефералы. Будет находиться наша партнерская ссылочка. Так, возвращаюсь я в дашборд. Вот моя сумма. Давайте проверим его на вывод. Я иду на FaucetPay. Я, так как здесь написано в вопросах-ответах, что вывод идет инстантом. И беру адрес лайткоина. Вот лайткоин. Кликаю. Скопировалось. Далее пойдем на вкладочку «Вывод». Я выбираю FaucetPay. Далее криптомонетку Litecoin. Сумма не отображается. Здесь нужно или указать номер кошелька, или email адрес. Ну, я попробую адрес кошелька. Я ввела адрес кошелька, надо проверить. Угу. И кликаю вывод. Тут нам дается еще раз проверить. Это у меня будет 19344 лайткоина. Подтверждаю. Так. Ага, они просят подтвердить, ребятки, email, наверное. Ну-ка. Возвращаюсь. Да, please, подтвердите email адрес. Будьте, пожалуйста, внимательны. Я кликаю. Так. Давайте переведем на русский. Вот видите, я невнимательна. Письмо отправлено. Я иду на почту. Если мы не подтвердим адрес электронной почты, нам не дадут вывести денежные средства. Вот так. Кликаю. Все, мой аккаунт подтвержден. Видите, все делаю в режиме онлайн. Иду на вкладочку вывода. Опять я выбираю FaucetPay. Litecoin. Так, иду сюда. Копирую адрес. Вот так. Вставляю. Это надо закрыть. Адрес все. Проверяю. Где этот? Ага. Кликаю вывод. Подтверждаю. И читаем. Ну, вот галочка стоит. В принципе, на ваш счет отправлено 4758 монет. Ставлю на оригинал. Окей. Так.
Идем, знаете, куда? На паузу пей. На домашнюю страничку. И я опускаюсь ниже. И, пожалуйста, ну, вот с учетом комиссии, наверное, Coinbase. Вот они, монетки мои. 19338 лайткоинов. 9 ноября. Все супер. На Faucet Pay и Express Crypto платит инстантом. Мгновенно, то есть, да, понимаем. А уже на такие платежные системы, там уже вывод обрабатывается вручную. Вот. Как-то так. Кому интересно, работаем. Ну, неинтересно, друзья, пройдите мимо. Вот, мне понравился бук. Здесь я сижу, зарабатываю. Ну и рекламы здесь, я хочу сказать, немало, но и немного. Работать можно, и минималка 1000, если на Faucet Pay выводить 1000 монет, можно набрать это легко за 2-3 дня. Всем удачи, больших заработков, берегите себя и своих близких. До новых встреч!